Всем привет! Всем маляра привет! Нас часто спрашивают, когда приобретают у нас окрасочные аппараты, как нам организовать два поста на одном окрасочных малярных поста на одном окрасочном аппарате. Есть два способа. Один достаточно трудозатратный, трудоемкий. Это в каждой колбе присутствует на нормальных аппаратах присутствует два выхода. Один и вторая стоит заглушка. Можно отсюда запустить два шланга. И каждый раз, если переключаетесь с одного на два поста или с двух на один, постоянно нужно менять это все, отключаться и так далее. Есть более интересное решение. Это установить на один из выходов из колбы кран. Кран. В этом случае вы легко можете и быстро переключаться с одного на два поста или с двух постов на один. При этом не выкручивая шланги, не меняя их, что достаточно интересно на объектах строительных, особенно когда время дорого. Кран он идет с резьбами 3/8 на 3/8 мама с двух сторон. Закручиваете его на выход 3/8 с колбы. Здесь вы можете установить переходник для выхода на вот шланг. Мы условно поставили здесь шланг, чтобы все понимали. 1/4. Или 1/4, или 3/8. То есть вы можете подключать и 1/4 шланг, и 3/8. Легко одним движением вы перекрываете пост, второй продолжает работать. Открываете, работаете двумя пистолетами. Вот все, что мы хотели сегодня рассказать по работе аппарата с двумя малярными постами. Обращайтесь, звоните, краны есть в наличии.